Глава региона Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание с членами регионального правительства. Одна из тем – пожарная безопасность жителей Самарской области. Губернатор поручил главам районов качественно организовать работу добровольных пожарных дружин, чтобы они могли в любой момент прийти на помощь жителям. Обсудили также безопасность на воде. Губернатор напомнил, что ранее поручил оборудовать дополнительные места для купаний, но 24 муниципалитета до сих пор не предоставили списки. Вячеслав Федорищев напомнил, что речь идет о жизнях людей, поэтому с исполнением поручения надо ускориться. Да, погода у нас такая, что, конечно же, хочется в первую очередь на пляж, когда есть такая возможность, но в места оборудованные и с максимальным соблюдением индивидуальной техники безопасности. Еще одной важной темой стала проблема с путевками в лагеря. Сегодня на сайте Супрема 63 размещается 9 тысяч льготных путевок, а желающих в 3 раза больше. Когда все одновременно заходят на сайт для бронирования путевок, то получает их тот, кто быстрее нажмет на кнопку. На такую систему поступило много жалоб от родителей, отметил глава региона. У родителей возникает справедливый вопрос, почему так? Что там? Очередность? Кого-то пристраивают, коррупция и так далее. Справедливые вопросы, которые поднимаются, поэтому... Вы мне прокомментируйте, пожалуйста. Одномоментно 30 тысяч человек заходит, чтобы забронировать 9 тысяч путевок. Естественно, нет ни ограничения по времени никакого, ни очередности. Это цифровая платформа, которая просто каждому из нас дает возможность. Мы одновременно это делаем. Соответственно, кто первый успел, вот на долю секунды, тот эту путевку забронировал. Безусловно, здесь и факторы тоже доступности интернета, его скорости зависят. Мы изучали опыт других регионов. А мы считаем это справедливым? Получается, ребенок ни в первоочередном, ни во второочередном порядке не поедет в лагерь? Но это несправедливо. Глава региона Вячеслав Федорищев поручил уже в следующем году увеличить количество льготных путевок в детские лагеря на 10 тысяч. А в течение 5 лет, по его словам, нужно полностью закрыть потребность всех желающих отдохнуть в детских оздоровительных лагерях. Светлана Кудрявцева, «События».